среду в Самарской области будет облачная погода, местами пройдет небольшой дождь. Температурный режим прежний, в дневное время 19-24 с плюсом, ночью 11-13 выше 0. В Сызрани небо в облаках, днем плюс 23 градуса, ночью плюс 11. Ветер западный, скорость 3 метра в секунду. В Тольятти облачно и сухо, днем 22 тепла, ночью 15 выше 0. Западный ветер 3 метра в секунду. В Самаре малооблачно и без осадков, 22 градуса тепла днем, ночью плюс 12. Ветер западного направления 3 метра в секунду, атмосферное давление повышенное, 760 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 31%, геомагнитное поле слабо возмущенное. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом esmeteo.ru.